Давайте ставим маркер на 5, но раз вы говорите, что шестая вообще, вообще дичь, ну давайте смотреть. Вознесшаяся тянка с рыбовыми выглядит не сильно. 90 уровня. И кавка с рыбовыми, ладно. После того, как союзник использует навык и на каком-либо союзнике снимается одно ослабление союзника, на котором был использован навык. Каждое одно ослабление, снятое с союзника, повышает наносимый всеми союзниками урон на 20. Эффект может складываться до 10 раз. Победа над элитным или более сильным противником в последней волне приводит к немедленной победе. Блин, вообще здесь электричество, да, видимо. Ладно, я все-таки Клару во второй по привычке. Сюда ГГ Натаха. Плюс вот это. Сюда получается Вельт и... Нигде нету квантовой уязвимости. Вообще нигде. Давайте так и вот так. Что-то в первой пачке урона нету. Циклов, две волны. Огненные и рыбовые. Но нам надо убивать рыбовов. А что так нормально? Да, сюжет уже прошли. Как гамбы? Что это за гамбы? Особая механика активна. Все уже написали, что это сложно. Нахрен делать какую-то гамбу. Кажется, да, раньше не было пинга, в бою не показывало. Сейчас показываю. Ой, а может не так больно. Вещь, что не по центру, да-да-да, странно так. Ну или сбоку хотя бы наоборот. Не обязательно по центру, можно было сбоку. Ну и чё тут? Ну, рыбки с тянкой. В принципе. Не, ходов очень мало. Типа 20 вообще какая-то дичь. Абсолютно. Рано хильного Натаха и надо было. То, что ходов мало, это прям, да, это прям факт. Блин, ну очень хочется ударить, но в то же время... Ну ладно, давай пока через щит от удара попробуем отключить.
Да жопа. Да жопа. Рыба вы. Так, а сервал может пробить? Может, если волк наконец-то попадет нужной уязвимостью. Че у нее по хп вообще? Очень весело. Понимаю. А минус дефенс, он все летит и летит и летит и летит. О, почти сдох. Минус хп. Найс хирингу. Может, с каким-нибудь генералом, ну хз. В каждой пачке нужно по кларе, короче, в принципе. Новые рыбовые. Они еще и ходят так вообще просто одновременно. Рыбовые. Четырнадцать ходов. Ну конечно, огненная уязвимость. Кавка, говорите, жестко. Ну, наверное. Я это пройти не могу. Ладно, может быть, с ГГшка как-то бесполезно, по-моему, выглядит. То есть... Она ничего не делала особо. Ну, чуть таунтила. Давайте еще одну попытку. Через Натаху, сервал, тебя и тебя. А здесь тебя, тебя, тебя и... Блин, пела. Пела что-то ненужное. ГГшка. А что все 78 уровня? А, потому что не вижу смысла перекачивать... Потому что они качаются по миру. Ну а что пело сделать? Ну защиту им собьет, а так нихера. Яцра утаусу нива джунби га хицуёне. 100%。私が怖いの？へえ？へえ？乗ってる？スライビングかよ、スライビング。お休み。大気よ。己を解き放つ。反抗。陽動。連絡。
как больно. Должна убить. Блин, лучше бы он... А можно не убивать волка? Один хп и все, она сейчас сдохнет. А давайте не будем все тычки в волка давать, хорошо? Нормально же общались. Вельта лучше сюда держать рыб в замедлении и сносить босса. Нет, думаю, что Вельта надо на кавку брать. Потому что иначе больше некого на кавку взять. Телеконтент не для автобоя, получите, распишитесь, получили и радуемся же, балдёж вообще. В прошлый раз не убил, да и смысла не было. Потому что убил вот этого. Блин, а левый-то теперь не сдохнет. Что-то. О, добей. Блин, мне надо, чтобы они типа по Наташе ударили. Если бы сейчас не хильнул, сорвал бы сдохло от выветривания. Ой, надо снимать дебафы. Успела походить, ничего себе. Ладно, а кем рыбов-то убивать? Ну типа, сервал. Зелье? Да как ты выжила? Как ты выжила? Наташи, да-да-да. Минус. Да, что-то ГГшка-то неплохо дефол получается, да? Я вообще хз. Март вместо волка попробуй. А во второй половине потом мы делаем что? Убиваем Байлу и Гепарда, наверное, да, во вторую половину? Блин, а с ГГшкой такое как? Ну шло. А если без... без сервал, но... Вол... Блин. Нет, подождите-ка. С сервал. Стоп. Вот так. 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 И вот так. А здесь получается так. 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 И вельт. Но это уже последний трай, да. Я что-то... Не хочу трайхардить. Жесть вообще. Хочу, но не с нынешними персонажами, я даже не знаю. Ждем Байлу и Гепарда.
Боевую вообще не снимает ослабление. Ну да, но это не столь прям самое-самое важное сейчас. Наверное, подожду, чтобы рыбу вы ударили. Собью им обоим уязвимости. Интересно, а когда Клара сама с себя снимает любые дебафы? Это считается для вот этого бафа? Или нет? Так-то Клара может и затащить, наверное. В смысле, она не сдохла? Почему Пелу не взял? Нас Сервал помогла бы. Типа, убили бы Пелу, а не Сервал? Логично. Уже 4 бафа, кстати. Блин, на нем 2 дебафа защиты. Да, это еще вот так вот. Блин, ГГшку прям очень любят бить из-за этого прям норм. Ага, под зелью нету квантовой уязвимости. Физа, блин, Крио. Всегда яйцы не зелье нужно. Шесть бафов. Ну это как будто... Они там урон или что? Или силу атаки качают? Как будто бы они ничего не дают. Эти бафы. Да, это новая бездна. Сейчас будут штуки, которые будут нам снимать хп, да? Сколько тебе? 60 понижения защиты? Так, а давай-ка мы сделаем так. Бьем тебя. Сюда ешку. Это минус макс хп, конечно. Просто 10 из 10. И все, закончились все очки навыков, щиты не поюзать, к сожалению. Очень хотелось бы. Тем минус защита, может быть, базовой тычкой получится убить. Получилось. 2 понижения защиты. Поехали еще. Же хорошо, что зелье иногда критует. Да. Рыба не закончится, нет, рыба не закончится. Здесь рыба вы бесконечные. Оксири, ну,
Уже бафы плюс 100, ну, плюс все 10 настаканы, типа, ну... Это как бы клёво. И вряд ли я её убью, да? И её, и рыбу, и вообще всех. Да, Аркс, есть такое. Ты сняла мне макс хп. Но у меня его и так нет. Блин, так хочется на самом деле сюда ударить. Может затаунтить сейчас? Как-то надо выжить все это дело. Пережить. Давайте попробуем щиточки таунты. Да, он тысяч... Я могу ей пробить уязвимость сейчас, чтобы она не ходила хотя бы какое-то время. Она еще и под двумя дебафами сейчас, что неплохо. Главное, чтобы сейчас зелье не сдохло от выветривания. Ну, зелье сдохло от выветривания. Сейчас Натаха сдохнет от выветривания. Капец, она выветривание накладывает. Как все это успеть снять? Как? Типа... Чё? Может, сюда вообще брать физгагэху? Чтобы рыбов пробивал и эту тянку? На физгагэхе надо следы качать. Типа физгагэха отлично бьет сюда в центр битой. И Орвана, да-да-да, кстати. Ему на хп насрать. Ну, смотрите, 30% оставил. Да, прикольный этаж, прикольный. Оставим его до лучших времен, да?